есть блокнот. Я все, что в него записываю, у меня все сбывается. Хороший секс качает Брекс. А дочь, почему к ней подсел? В смысле? Я ближе сидел, ты меня обошел, к ней подсел. Зачем был этот крюк? О, так, а ты записалась на марафон? У меня свой марафон. 2 недели не жру, чтобы в платье влезть. Как я обещала. Правда, чуть подороже вышло. Мариночка, никакой свадьбы у тебя не будет. Вам совсем другой мужчина нужен. Подожди, ты меня хоть любишь? Нет. Свадьба отменилась. В смысле свадьба отменилась? Говори, куда ехать? Я в Ханты-Мансийске. Здесь съезд, марафоны желаний. Я выезжаю. Через час самолет, но только пересадка в Питере. Слушай, мне тут Леша звонит. После таких косяков трубку можно взять только на 100-й раз, не меньше. 48. Здрасте, Ханты-Мансийск. Молодой человек взял последнее место. Простите, ради бога, там какая-то ошибка произошла, вы мое место забрали. Давайте поможем женщине. В смысле женщине? Просто с периферии, недопоняла. В какой такой периферии? А вы что обзываетесь? Нет у меня никакой периферии. Я с людьми работаю, у меня медкнижка. У меня манту ни разу не вспухала. Марина. Александр. Короче, берешь блокнот, открываешь его и пишешь 7 своих главных желаний. Только желание формулируй четко, поняла? Чтоб чушь какая-нибудь не сбылась. Все, что ты прожила, не улыбаясь, все здесь. Вот она, картотека нашего ужаса. Я никогда замуж не выйду. Вы вообще знаете, кто я? Кто? Алсу. Я Робиноды, как тебя встретил, сплошные катастрофы. Все, у меня вдохновения нет. Ну все, жопа. Нет вдохновения. Пашка. Ты знаешь, мне как тяжело это поймать, это вдохновение. Блин, Стас повесился. Вот стекло, а. Ты маткой дышишь? А надо бы. Лиза Полосухина фигни не посоветует. Хороший секс качает Брекс. Слышала о таком? Современная русская кухня – это вообще творчество в чистом виде. А я сэндвич умею делать.